Нет никого в этом мире, кто знает, как правильно. И нет никого в этом мире, кто имеет право навязать другому свою волю. И нет никого в этом мире, кто вправе решать, что есть норма, а что норма не является. И нет никого в этом мире, кто вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье других. И, пожалуй, это одна из тех идей, которая, мне кажется, наиболее важной именно в нашем спектакле. И это одна из тех идей, которые продавливают и пробивают очень активно и очень страстно и очень от души конкретно мои персонажи.